времени суток, дорогие друзья, с вами Никита, компания Arbat Homes. Добро пожаловать на наш канал, ребята, которые нас уже смотрят, гости нашего канала, подписывайтесь на него, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео, так как они всегда какие, конечно же, полезные и информативные. Мы с вами находимся в районе Махмутлар. Это очень известный район, который называется русским. И вы все знаете, почему он называется русским. 25-й раз я рассказывать об этом, конечно же, не стану. А находимся мы здесь для того, чтобы снять для вас квартиру в очень интересном комплексе. Комплекс был построен всего один год назад. Квартира планировки 1+1, 65 квадратных метров. И стоимость этой квартиры я обязательно скажу в конце видео. Я вам обещаю. Но перед тем, как познакомить вас с комплексом, перед тем, как показать вам квартиру, давайте одну минутку пообщаемся. У меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, чего вам не хватает в наших видео? Есть ли у вас какие-то предложения, что мы можем поменять, чтобы сделать лучше, чтобы вам было интересно? И я не говорю о том, что мы делаем плохо. Вопрос, что мы хотим развиваться и вот хотели бы от вас получить обратную связь. Чего вам не хватает? И писать цены не нужно, потому что в большинстве наших видео цену мы такие указываем. Инфраструктура этого комплекса достаточно хороша. На территории комплекса есть открытый плавательный бассейн с горкой, замечательный сад и вид из окон открывается на море и на вот этот прекрасный сад с красивыми цветами. Я думаю, что цветы любят все. Плюс есть неплохая зона для барбекю с замечательным пластмассовым столом. Также у этого комплекса есть внутренняя инфраструктура, которая включает в себя белые пластмассовые стулья. Нет, шучу, конечно же, инфраструктура включает в себя закрытый плавательный бассейн и сауну. И став собственником этой квартиры, вы сможете всегда пользоваться этой инфраструктурой в любое время. Зашел снять для вас сауну, которая нагревается не только и искусственным, но и естественным путем, так как большое панорамное окно присутствует. И также инфраструктура этого комплекса включает в себя двух замечательных детей, которым все интересно, что же мы тут делаем. Что ж, добрались мы с вами до квартиры, находимся мы в прихожей. Повторюсь, квартира планировка 1+1, 65 квадратных метров, состоит из отдельно стоящей спальни, гостиная, объединенная с кухней американского типа, санузел и балкон. Из каждой комнаты на этот балкон выход присутствует, большие панорамные окна. Пойдемте посмотрим гостиную. Рассказывать о том, что квартира полностью обставлена и в ней есть вся необходимая мебель, техника и сантехника, давайте эту фразу я говорить не буду, я просто скажу, что в квартире есть все необходимое для немедленного переезда, докупать вам ничего не нужно, и для того, чтобы стать хозяином этой квартиры, необходим только загранпаспорт, ну и, конечно, деньги. Довольно просторная спальня, выполнена в очень интересном стиле, также как в спальне, так и в гостиной присутствуют два кондиционера. Ну что ж, друзья, я вам показал квартиру планировкой 1+1 общей площадью 65 квадратных метров, которая находится на 4-м этаже 9-этажного блока, который стоит всего в 600 метрах от Средиземного моря по прямой. К стоимости, давайте перейдем к стоимости. Стоимость этой квартиры, меблированной с техникой, с сантехникой, всем необходимым для проживания, составляет 62 тысячи евро. С этой квартирой вы сможете ознакомиться на нашем сайте arbathomes.ru по номеру, который вы сейчас увидите на экране, задать любые вопросы по номеру, который вы тоже сейчас увидите на экране, либо написать то, что вам нужно в комментариях и моментально получить ответ. Приятно было с вами пообщаться, жду обратной связи по поводу того вопроса, который я задавал вам в начале, потому что для нас это действительно важно. С вами был Никита, компания Arbat Homes. Всем хорошего настроения, всем до скорых встреч, пока-пока.